Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом 2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам, как Оля Бузова поздравила своего мужа Дмитрия Тарасова с 29-летием. Поклонники Оли и Димы считают их брак одним из самых романтичных и образцовых в российском шоу-бизнесе. Даже в браке они стараются устраивать романтические сюрпризы друг для друга. Преданные поклонники пишут в комментариях: «Вы самая искренняя и красивая пара. Желаем вам таких же красивых, как вы, тарабузят». Оля и Дима не скрывают своей огромной любви друг к другу. И ко дню рождения Дмитрия Ольга приготовила масштабный сюрприз. Ольга попросила свою родную сестру Анну доставить Диму на футбольное поле, которое она арендовала специально для поздравления. И чтобы именинник не догадался, ему завязали глаза. Бузова пишет: «Муж думал, что я у косметолога, а сестре надо было доставить Диму на место ровно в 23:55. Сестренка моя, спасибо тебе большое». Когда Тарасову сняли повязку, то на поле заиграла романтическая мелодия и засверкали фейерверки, загорелась надпись «С днем рождения, любимый». В результате Ольга поздравила супруга ровно в 12 часов ночи, как только начался его день рождения. Затем Тарасова ждал подарок – кубок в виде обезьяны. Оля не случайно остановила выбор на этом животном. Поклонники пары знают, что Оля ласково называет своего супруга «обезьянка». И, к слову, в прошлом году в ресторане на празднике, который Ольга устроила для своего любимого, был необычный торт с обезьяной и даже присутствовал дрессировщик с настоящим шимпанзе. Оля пишет: «Конечно, в 15 секунд сложно уложить все, что происходило на стадионе. Самое главное, что муж был в шоке, и мне удалось его удивить. Я вручила ему свой собственный кубок. Родной мой, я хочу, чтобы ты ни на секунду не забывал, что ты лучший. Я верю в тебя, и я всегда буду рядом. Ты мой чемпион». По словам близкого друга семьи, такое поздравление влетело Оле Бузовой в копеечку. За аренду целого футбольного поля она выложила около 3 миллионов рублей. А по возвращении домой уже и Олю Бузову ждал сюрприз. Друзья семьи прислали им торт в виде футбольного мяча, на котором красуется женская туфелька. Интересно, что хотели этим сказать друзья семьи. Может быть, намекали на то, что Тарасов подкаблучник? Ну а днем уже состоялась вечеринка для родных и друзей. Ольга подписала этот снимок: «Ждем гостей с любимым. Сегодня твой день, родной». Оля всегда очень трепетно относится к маме своего возлюбленного. Она подписала эту фотографию: «Спасибо за сына, моя вторая мамочка. Она к ней относится уважительно и с любовью всегда». Это фотография с сестрой Ольги. «Кровиночка моя», пишет Оля. Это любимый снимок Ольги с праздничного вечера. Еще один праздничный торт для Димы Тарасова. Здесь объединено все, что любит Оля и Дима. Это их любимые собаки, их любимая марка одежды и кепка Тарасова, о которой ходят легенды. Дима получил много подарков и много-много цветов. Ольга пишет: «Дома такая красота, и это еще не все цветы. Так приятно, спасибо большое нашим друзьям за вечер, спасибо за цветы, я вас люблю». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!